привозил хорошего. Семья полетела отдыхать. И представляете, и тут Андрей Андреевич контент нарезает. И а заправиться забывает. Представляете? И едем, значит, да. Получается, к Свердловскому тракту едем. И там пробки. Реально большие пробки. И у меня бензин кончается, я встаю, я не понимаю сначала, что такое. А тут на приборку смотрю, и оказывается, там у меня не сколько, допустим, до колонки бензина, что здесь стоит, да? А у меня сколько вообще проехал. И тут режим я выбрал специально, и по нему что-то как-то смотрел. И мне человек говорит, у тебя, говорит, Андрей, бензин кончился. Я встал, включил аварийки, и вот это вот, что было. Подходил прям, я говорю, я не знаю, кому подойти, все на меня смотрят, бибикают, пробка. Я подхожу, говорю, человек, на ней можете? Он мне говорит, давай, где, что, и помог, классно. Спасибо вам большое. Так что есть еще люди, это очень хорошо, что есть на самом деле люди, которые помогают. Помогайте, и вам тысячу раз это благодарность. О, с чемоданами! Сейчас в аэропорт поедем. Да, такого еще не было. Ну это вообще что-то с чем-то. Спасибо, Андрей. Да все, пожалуйста, давайте счастье, здоровье, семейного благополучия. Отдохнуть классно. До свидания. О, ребят, хоккеисты. Хоккеисты, ребята, у нас. Команда «Трактор» куда-то поехала, видимо. На турнир. Я в аэропорту, ребята, такая интересная история была. Ребята, бензин кончился. Есть в Челябинске благодарные, классные люди. Спасибо этому человеку на Ниве, который очень мне помог. Вот, ребята, вот такую карточку дают. Курчатов, она разовая. 15 минут здесь. Восстановление карточки 500 рублей стоит. В течение часа, если вы назад заезжаете опять на территорию аэропорта, то с вас возьмут 300 рублей, знаете. Я один раз у меня так попало. Ну все, выезжаю.